Тюменский санаторий «Сибирь» вошел в число финалистов ежегодной премии Russian Hospitality Awards, причем в двух категориях – лучший медицинский отель и открытие года. Всего оргкомитет получил 660 заявок из 101 города России. Победители станут известны в феврале следующего года. Отмечу, Тюменская «Сибирь» уже становилась призером престижного всероссийского форума «Здравница» в 2014 году. Гордость санатория – бассейн с термальной минеральной водой под открытым небом, который работает круглый год. На территории расположено две скважины минеральной воды. Также санаторий самостоятельно добывает сапропелевую грязь на озере Тулубаево. В Сибирь приезжают лечиться даже из-за рубежа Америки, Германии, Австралии, Японии и не только.